Тувеццы отметили свой праздник республиканской спартакиадой, в которой приняли участие папы и их сыновья в возрасте от 10 до 13 лет. Участники уверены, что здоровый образ жизни – это залог крепкой семьи. В конкурсе мы участвуем первый раз. Мы приехали из Кахемского района, села Сарексеп. А насчет конкурсов я не знаю. Наверное, будет эстафета, перетягивание канат, веселый старт. Эти вот мероприятия, наверное, для меня, ну, мое личное мнение, важны, чтобы создать крепкую семью, связь между сыном и отцом. Большинство отцов и сыновей впервые участвуют в спартакиаде, но не собираются на этом останавливаться. Они намерены сделать участие в подобных мероприятиях доброй привычкой, стремясь укрепить связи и проводить как можно больше времени вместе. Мы приехали из села Сукпак, также участвуем с сыном в первый раз. Я думаю, что нам понравится, сыну точно понравится, ведь это подвижные игры и спорт. В честь Дня Отца поздравляю всех отцов нашей Тувы с праздником и желаю всем семейного благополучия и здоровья. Спартакиада включала несколько этапов, каждый из которых предоставил участникам возможность проявить свои навыки и способности. Первым мероприятием стала эстафета с различными препятствиями, где участники демонстрировали физическую подготовленность и ловкость. Затем соревновались в дарте, проверяя точность и меткость своих бросков. Также важным пунктом соревнования стало метание аркана, что добавило элемент традиционного спорта. Заключительным этапом стало выполнение нормативов ГТО. Недели ранее в муниципальных образованиях Республики Тыва был проведен отборочный этап. Соответственно, победившие из муниципальных образований приехали сюда сегодня и участвуют в спартакиаде, посвященной Дню Отца в России, как бы среди отцов и сыновей. Всего в республиканской спартакиаде приняли участие 7 команд из разных районов Тувы. Победителям были вручены медали, грамоты и денежные сертификаты. Айсу Мангуш, Буян Мангуш, Азамат Очур, телеканал Тува-24.